Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Мария Кахно рассказала, что она хочет увеличить себе грудь. Девушка уже была у пластического хирурга и очень ждет операции. Также в ближайшее время увеличить свой бюст хотят Майя Донцова и Лилия Читрару. Мама Майи поверила в искренность Алексея Купина. Недавно он сделал Майе предложение руки и сердца, и 20 мая, когда родилась Донцова-младшая, они собираются ехать подавать заявление в ЗАГС. Ирина Донцова пишет про Алексея. «Он готовился и очень нервничал. Его волнения были так очевидны, поэтому я поверила в серьезность его намерений». Майя сразу понравилась ему на экране, а когда он познакомился с ней на поляне, то был просто очарован. В недавнем эфире обсуждали грязные детали сексуальной жизни Лилии Читрару и Сергея Захарьяша. Эту тему подняла любопытная Юлия Ефременкова. И как ей удалось выяснить, сексуальные предпочтения Лилии и Сергея не совпадают. Читрару отказывается выполнять желания своего избранника. Захарьяшу не нравится ее несговорчивость, и поэтому волшебство у них случается очень редко. Поведение Саши Черно на острове очень не понравилось Иосифу Оганесяну. Он предупреждает Сашу о том, что может отомстить. «Я ревнивый и очень мстительный», – пишет Иосиф. «Так что если с моей стороны будет ответная реакция, пусть не удивляется». Любителям журнала «Дом-2» стало легче жить. Чтобы ознакомиться с новыми выпусками, не нужно бежать в киоск. Редакция журнала сделала электронную версию. Ольга Бузова готовит к лету какой-то сюрприз для своих поклонников. «Мои хорошие, я такую бомбу готовлю на лето. Сцена – это мой кайф». Также Бузова рассказала, что она очень востребована как певица и как ведущая мероприятий. «Свободных дат уже нет до конца года», – пишет Бузова. Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов спалился. После того, как он лайкнул ее фото и видео, стало очевидно, что Дима следит за жизнью своей бывшей и, возможно, что до сих пор неравнодушен к ней. У бывшей участницы «Дома-2» Саши Харитоновой состоялся долгожданный показ ее коллекции одежды. Были представлены модели различных направлений – от вечерних платьев до спортивной одежды. Ваня Барсиков устроил Лизе Полыгаловой сюрприз. Он привез домой поиграть настоящего львенка. Но подписчики Полыгалова и Барсикова не разделяют их восторга. Многие считают, что это не любовь к животным, а издевательство. Очень жалко несчастного львенка. Животные, которых активно используют в подобных фотосессиях, обычно не доживают до взрослого возраста. Илья Григоренко и Алена Ашмарина расстались в очередной раз. «Все закончилось», – пишет она, – «а жизнь продолжается». «Жалею лишь об одном, что выставляла столько совместных фото, на которых мы так счастливы». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.